Приветствую, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня пришла очередная посылочка из Китая на модельную тематику. Что находится в посылке, написано на данном пакете на английском языке. Как бы тут находится фотостудия мини или просто Lightbox размером 40 на 40 сантиметров. Цена невелика, $10. Сейчас вскроем и посмотрим, что он из себя представляет. Посылка пришла за 14 дней из Китая, довольно быстро, что очень приятно, особенно когда ждешь вещь и она быстро приходит. Упакована такой вот пакет. Мало того, что в пакете, так оно еще все находится в чехле. Все хорошо прячется, можно переносить, не испачкав. Ну и вот, собственно говоря, я так понимаю, это разные фоны. Скорее всего, ткань шелк визуально. Сейчас посмотрим, распакуем, соберем, попробуем в нем сфотографировать. Правда, заказал прожектора, но прожектора еще не пришли, я их заказал позже. О, как оно быстро развернулась, даже не будет не видно на видео. Сейчас попробуем поменять режим. Вот, друзья, пришлось поменять место, перейти на балкон, потому что как бы в форме куба, но занимает довольно таки много места, даже при размерах 40 на 40 сантиметров. Даже мне кажется, что тут больше, чем 40 сантиметров. Посмотрим дальше, что в комплекте, примерно как это все выглядит. Вот несколько разноцветных фонов и белый. Сейчас попробуем собрать и что-нибудь сфотографировать. Синий, черный. Попробуем поставить черный. Посмотреть, что получится при фотографировании. Когда сделано с такой ткани. Все внутри на залепах. Немножко не так. Разобраться, как он собирается. Ага. Вот бархатистая сторона, это сторона фона, оказывается. С одной стороны он гладкий, а с другой бархатистый. Хотя можно и той стороной вставить. Действительно, такое ощущение, что эти по 40 сантиметров, а сам Lightbox 50.
Так вот. Ставится со всех сторон залепа липучки. Ну, надо, конечно, гладить. Ну, в принципе, вот такая вот вещь с разными фонами. Белым, красным, синим, черным. Такого вот размера. Стоимость невысокая, $10. Ну, надо все аккуратненько разгладить. Ну и посмотреть, как будет он в работе. Попробовал, друзья, снять на разных фонах, в разных ракурсах. Вы это увидите все на фотографиях. Вот так вот примерно вы видите на видео. Но хочу сказать, один минус. У меня только одна точка света. Да. Одна точка света. Прожекторы, когда придут, тогда уже я смогу освещать лайтбокс с нескольких сторон, что, конечно, еще лучше отразится на качестве фото и видео. Вот так вот все видно. Довольно-таки хорошо даже. Очень доволен я данным приспособлением. Давно уже хотел себе найти замену цветным ватманом, чтобы делать фотографии. Вот наконец-то я купил, благодаря ссылке Семена с канала Skyl Journal. Благодаря его ссылочке я смог себе приобрести такой лайтбокс, но поменьше размером. То есть, как видите, две модели среднего размера сюда становятся без проблем. Даже сюда станет маленькая виньетка. Вот. Ну а если кто-то уже делает большие диорамы, то, конечно, уже лучше брать размеры 60 на 60, 50 на 50. Вот, а так, две модели спокойно, я думаю, даже один тяжелый танк спокойно сюда зайдет, и будет его хорошо видно на данных и фотографиях. Можно даже видео снимать при хорошем освещении в этом боксе. Ну, в плане видео презентации модели. Так что спасибо, друзья, за просмотр. Кому понравился данный лайтбокс, ссылка будет в описании под видео, где я его приобретал и за какую сумму. Кому интересно, смотрите, заказывайте. Также спасибо, что остаетесь на моем канале, комментируете видео, смотрите. Спасибо, друзья. Всех благ вам и вашим близким.